все время вспоминаю этот случай, когда к духовному учителю, моего духовного учителя, подошел ученик и спросил его: «Мой духовный учитель, я такой падший, я самый падший. Почему я такой падший?» Посмотрел на него и говорит: «Ты не самый падший, ты просто падший и все». Даже в этом можно найти, понимаете, что-то хорошее. Самый падший. Просто падший.